потому что мы открываемся. Понеже се отваряме. И это, ну, это своего рода исповедание, когда мы выходим вот так вот. И всякое исповедание, когда излизаме така. Да, слава Богу. Слава на Бога. Ну, детям постарее вообще сложно. На децата, на пасторите, по принципе, много трудно. Потому что всегда на них. Ну, требования побольше, да? Понеже се изиска от тях повече. Такой, после такого свидетельства хочется небольшую паузу, да? След такого свидетельства се иска една пауза. Да, возьмем ее, эту паузу. Да, взем тази пауза. Я рада видеть Дашу. А се радвам да видя Даша. С Узбекистана приехала. От Узбекистана дошла. Ой, плова ели, да, хорошо. Плова ели, да. Плов са яли. Артем на 7 килограмм поправился после свадьбы. Возмужал. Конечно, пусть. Артем выкачил 7 килограмм след свадьбы-то. Не, ну он мечтал об этом, да? То я мечтал. Что делает хороший брак? Это как оправи добр брак. А после Узбекистана 4 из них в Узбекистане набрал, да? 4 у тех са там. Но там самый лучший в мире плов. Но там и наидобрее плов на света. И самый вкусный чай. И наивкуснее чай. Да, это, конечно, я же знаю, была там. Ну, хорошо. Я забила на сегодня себе место для проповедования в графике. Одни из их мест этого в графике за проповедь. Так как проповедующих становится все больше. Понеже проповедующие стават все повече. А вчера вечером, понимая, что тема будет другая. А вчера вечерта разбирам, че тема-то что и друга. Ну, думаю, ну, хорошо, Господь. Я сказам, добрый Господи. Я люблю, знаете, когда вот так люди разъезжаются, и у нас маленький состав остается. А с обычным, да? Когда у хората така заминават, и оставим и маленький состав. Что-то в этом есть такое домашнее. Има нечто домашнего в това. Знаете, я бы хотела, чтобы мы посмотрели Матфея, 20 главу. С первого. Искала, да поглядим Матфея, 20 глава. С 1 по 16 стих. От 1 до 16 стих. Это одна из притч, которую говорил Иисус своим ученикам. Това е една от притчи, които е казвал Иисус на своите ученици. Иисус любил говорить притчами, да? Мы знаем об этом. Не знаем за това, че Иисус е обичал да говори с притчи. Знаете, в чем особенность, когда притчами говорят? Знаете ли вы, в какой особенности, когато говорят с притчи? Ну, мы обычно правши. Не обыкновенно сме десничари. И у нас развит левая половина, левое полушарие. И не развито ляво полуколбо. Оно отвечает в основном за логику, разумные, рациональные такие. Което отговаря за логика, за рационални неща. За рационализм, да. А правое полушарие у нас обычно, ну так, не сильно, да, а дясното полуколбо не се напряга особено. Вот Иисус, он любил говорить притчами. Иисус обичал да говори с притчи. Именно во время притч. И точно по время на притче включается воображение. Се включва воображението. И каждый рисует себе определенные картинки. И всякий себе рисует определенные изображения. И я верю, что каждый получает то, что ему нужно. Я сверяю, что всякий получает то, что ему требва. Ну, правда, некоторые притчи Иисус потом отдельно объясняет своим ученикам. Обаче има притчи, които Иисус отделно обяснява на учениците. Давайте прочитаем, да? Да прочитаем. На проекторе есть перевод на болгарский. На проекторе има перевод на болгарский. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище поздно. Ну, торжище – это типа биржи труда, да? И им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Ну, то есть день уже прошел, да? Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будете, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.
И пришедшие около 11 часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Знаете, да, что в Израиле очень жарко днем. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых и мало избранных». Аминь. Аминь. Ну, мы видим, что в этой притче хозяин дома, который обладает виноградником. Виждаме, че в тази притча стопанина на къщата, който има лозето. Иисус сравнивает этого хозяина с Царством Небесным. Иисус сравнява този стопанин с небесното царство. То есть что происходит? Виноградарь нанимает работников. Какво се случва? Лозарят наема хората за лозето. По договору. По договор. Какой договор? Какъв е договора? Кто помнит? Кой се сеща? Один динарий за один день работы. Один пенят за один день работа. Да. Ну тут, если подсчитывать, я немножко запуталась, но в принципе, возможно, это даже 12-часовой рабочий день был. Не се споминава, но сигурно беше около 12 часа работа. То есть первых наняли рано утром, это примерно в 5-6 утра. Първите ги наеха около 5-6 сутринта. Потом следующий в 9. Следващите в 9. В 11. В 11. Ну и так далее. И така нататък. И последних взяли за 1 час до окончания рабочего дня. И последните ги взеха 1 час преди свършването на работния ден. Мы в Бургасе 2 недели отработали, у нас был 10-часовой рабочий день. В Бургасе мы работали 2 седмицы, имахме 10 часов работы. Да, было очень много работы. Имахме много работа. И, конечно, когда кто-то звонил, говорил, что не придет, мы говорили: слава Богу. И когато някой се обаждаше, че няма да дойде, ние казахме: слава на Бога. Да, но это мы работали в помещении. Понеже работихме в помещението. Ну, климат сейчас, время, сезон хороший. Сега сезон е добър. Да, а это была жара. А това е било през жегата. И смотрите, что сказано в притче, что первых, которые нанял. И погледнете, какво се казва в притча. Първите, които е наел. По очереди, по очередности, какими они получили свою зарплату? По очереди, да. По упашката са получили. Да. Последними, последние. Да? То есть они пришли раньше всех, их наняли, они отработали целый день, еще они сидели, ждали, когда выдадут зарплату тем, которые пришли до них. Те са дошли първи, изчакали са целия ден и после са седяли и стояли и чакали, докато дадат заплата на тези, които са пристигнали последни. Ну, представьте себя на месте. Представите се на тяхното място. Не на месте последних себя представим, а на месте первых. Да не се представим на мястото на последните, ими на първите. Что бы вы чувствовали? Какво бихте усещали? Несправедливо. Несправедливост. Воображение могли включить, что они больше зарплаты получат. Включиха, да. Воображението, че ще получат по-голяма заплата. Угу. Вот мы как раз на эту тему и поговорим, о несправедливости. На същата тема ще поговорим за несправедливостта. И о том, что они получили не больше. Из-за того, че не са получили повече. Смотрите, мы здесь видим две категории людей. Погледнете, тук виждаме две категории хора. Первые, которые пришли и проработали по договору один день. Первые, которые дошли и сработали по договору один день. Смотрите, кто работает или кто занимается бизнесом, это же жизнь наша, правда же? Поглядите, те, которые работают, которые имеют бизнес, твоя наша жизнь. Когда мы приходим на работу, что мы заключаем? Когда идем на работу, какво заключаем? Мы заключаем договор. Заключаем договор. Правильно.
Правильно. И вот эти люди проработали по договору весь день. И тези хора сработали по договору цял день. Это, давайте еще раз прочитаем 10-11 стих в этой же главе. Можете прочитаем 10-11 стих. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дна и зной. Несправедливо, да? Что они устроили? Несправедливо, как вас они направили? Написано, что они ропот устроили. Пишет, что започнаха да роптят. Я хочу сказать вам, жизнь вообще, как вы думаете, справедлива или нет? Искам да ви кажа, дали мислите, живота справедлив или не? На земле. На земята. Жизнь несправедлива. Живота не справедлив. И нам важно детям тоже это говорить, что жизнь, она несправедлива. И важно доказывать на децата со, что живота не справедлив. Но Бог верен. Но Бог и верен. И когда мы попадаем в ситуацию, когда с нами поступают несправедливо, и когда-то попадаем в ситуацию, так где-то со с нас не со справедливее, что Бог от нас хочет? Какво Бог иска от нас? Я думаю, две вещи. Мисля, че иска две неща от нас. Первое – это смирение. Първото – смирението. И второе – это доверие Богу. И второто е доверието към Бог. Когда мы попадаем в несправедливую ситуацию, когато попадаме в несправедлива ситуация, или какие-то обвинения начинаются, или започват някакви обвинения, знаете, чтобы, вот я лично, чтобы у меня гнев и гордость не поднимались наверх. Знаете ли, какво аз правя, когато не искам гордостта и гнева да превземат? Ну, потому что они тут же... Понеже веднага се вдигат. Да? Сразу так, у кого-то давление, у кого-то рот открывается сразу. О. При някое налягането, при някое веднага остата да. Се отваря. Но оттуда, откуда мы, сразу кулаки там еще идут в дело. Откъдето сме ние и юмруците отиват в делото. Ну, я приучаюсь в этот момент помолиться. Я се уча в този момент да започна да се моля. Знаете, если мы будем молиться, и знаете ли, ако се молим, Бог усмиряет нас. Бог не усмирява. Мне очень понравилось свидетельство Юрия Пака. Помните проповедника, который здесь несколько, пару недель назад, да, был? Много ми харесва свидетелството на Юрий Пак, който е бил преди 2-3 седмици при нас. Мы наблюдали за его жизнью, когда его несправедливо осудили. Ние наблюдавахме неговия живот, когато несправедливо го осъдиха. И посадили в тюрьму. И затвориха у затвора. Мне было очень обидно за него. Много ми беше обидно за него. Потому что мы знали его, какой он порядочный человек. Понеже познавахме колко добър човек е. И знаете, что он говорил? И знаете ли какво е казал? Что он делал в тюрьме? Какво е правил в затвора? Он смирялся. Той се измерявал. И Бог научил его доверять ему. И Бог го е научил да се доверява на него. Ну, это он нам рассказывал, по-моему, времени не было на проповеди. То этого на нас не рассказывал. Он говорил, был момент, когда мне было очень холодно. То и казал, че имало момент, ну, когда мы были зимы холодные. И он говорил: отец, я хочу горячего студени. Чая. И то и казал: отец, искам много горячий чай. Отец, я хочу чуть-чуть сладкого. Отец, много искам малку сладку. И вы знаете, и Бог устраивал ему это. И знаете ли, Бог го е направил това. Когда мы очень хорошо живем, когато много добре живеем, мы не можем оценить вообще доброту и заботу Бога о нас. Не можем да оценим грижата и любовта на Бог към нас. Знаете, есть одна картина, я вот попрошу, можно это... Има едно изображение, което сега ще ви покажем. Это картина Рембрандта, у него очень много вообще картин на библейскую тему, особенно на притчи. То има много библейских да, изображений. Вы потом можете на темата, тоже посмотреть. Притчи, и можете да я погледнете. Вот этот момент, когда как раз таки... Този момент, когато... Я думаю, что это последние пришли получать по динарию. Мисля, че последните са пристигнали да получат по пени. Да, и видно вообще возмущение на их лицах, они там сидят, что-то обсуждают. И се вижда възмущението върху техните лица, нещо стоят, обсъждат. Ропот. Роптят. То, что они переживают. Това, което те преживяват. Знаете, я знаю людей, у которых повышенное чувство справедливости. Аз познавам хората, които имат повишено чувството за справедливост.
Да, максималисты, перфекционисты. Вы знаете, они просто выходят из себя, когда что-то, как им кажется, в их жизни несправедливо. И те веднага излизат от себе си, когато мислят, что в техния живот нечто не справедливо. Вы знаете, очень важно не попадаться на это. И много важно, да не се попадаме, да, да не падаме там. Потому что за этим придет разочарование. Понеже след това ще пристигне разочарование. Зависть, ревность. Зависть, ревность. Бессонница. А бессонние. Ну, знаете, да, когда мы засыпаем и размышляем, эх, этот человек такой нехороший. Знаете ли, когда-то заспиваем и започат мыслить, эй, този человек не много добр. Ну, не знаю, у вас было такое, нет? Молились ли подобно, да, нечто? И потом приходит депрессия. И след това идва депресията. Знаете, что очень важно? Знаете ли, какое много важно? Помнить всегда о динарии. Да се сещате за пени. Я нашла вот такой, ну это, конечно, не динарий. Аз намерих такава монета, не пени. Да, ну она такая иностранная какая-то. Ну и чуть странно. Вы знаете, Иисус сказал тем, кто начал возмущаться, он говорит, не договорились мы ли мы о том, что ты за день получаешь динарий. Иисус и казал на тези, които се възмущават, дали не се уговорихме за един ден да получиш един пени. У них был договор. Имали са договор. У нас есть договор с Иисусом. Ние имаме договор с Иисус. Это завет. Това е завет. И вы знаете, когда приходят какие-то несправедливости в нашей жизни. И когато идват някакви несправедливости в нашия живот. Например, сейчас там детское служение кто-то проводит, да? Например, някой сега води детското служение. Может быть, думает, вот несправедливо, они сейчас там все вместе слушают, а я тут с детьми занимаюсь. Может быть, си мислят, колко е несправедливо, те сега всички стоят, слушают, а аз тук се занимавам с децата. Ну и у этого человека, у человека есть завет с Господом. Но и този човек има завет с Господа, обещанието. У нас есть обещание от Имаме Бога. Имаме обещанието от Бог. Когда мы заключаем с Ним. И он говорит, что я позабочусь о тебе. Когато сключваме с него, и той казва, аз ще се погрижа за теб. Я буду с тобою всегда. Ще бъда винаги с теб. В любой момент жизни. Во всеки момент от живота. Но он не обещал, что с нами не будет, с нами не будут обращаться несправедливо. Но той не обещавал, че с нас няма да се държат несправедливо. Вы согласны? Согласни ли сте? Я хочу сейчас пустить этот динарий. Искам да пусна този пенис. Представьте, да, что это динарий. Представите, че е той. Подержите его и вспомните о том, что у вас, опа, есть договор. Подръжте го и се сетете, че имате и вие договор. Угу. А потом ко мне вернется пусть. А после да се върне към мен. В этой притче есть вторая категория людей. В тази притче има втора категория хора. Это те, кто вышли позже. Това са тези, които са излезли по-късно. Сейчас я в пятом стихе прочитаю, сега еще раз повторю. В пяти стих отново ще повторя. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Ну, что он сделал то же? Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Да? То есть целый день эти люди стояли, ну, на бирже, скажем так, труда. То есть целый день хората состояли, так скажем, на бирже на труда. И они ждали. И сочакали. Кто будет стоять целый день на жаре и ждать, чтобы кто-нибудь его взял. Смотрите. Кой ще стои цял ден в жегата и ще чака да го вземат на работа? Обычно же утром берут работников. Погледнете, обикновено сутринта взимат работниците. А если целый день не взяли, кто-то стоит, что он стоит там? А ако целый ден не се взели работниците, какво стои там? Как вы думаете? Как мислите? Нуждающиеся. Надеющиеся. Нуждаващите, надяващите се. Им нужно. На тях им трябва. Им нужна работа. На тях им трябва работа. Они стоят, те стоят и ждут. И чакат. Знаете, со стороны людей это несправедливо. От страната на хората, то, что това сделал е хозяин. Това, което е направил ступанина. Ну, давайте окунемся немножко вот в эту
обстановку, знаете? Но это из-за того, чем я вчера, когда готовилась, я вспомнила один отрывок из одного фильма. Вчера куда-то сегодня вехал с этим фильмом. Давайте, он очень коротенький. Давайте мы сейчас посмотрим его. То я много краток, да, купоглядим. Это фильм про одного боксера, твой фильм за один боксер, которому пришлось отдать детей, потому что нечем было кормить, нечем было топить. На кое-то мой трэвел до сих Но он обещал своим детям, он сказал им, что вас никто не заберет у меня. Но той обещал на свой тетя, че нику няма да ви вземе от мен. А их взяли. А ги взеха. Спасибо. Мерси. Кого убрали с утра? Кого совзимали с утрента? Самых здоровых. Найздравите. Кого брали в обед? Кого совзимали през обед, на обед? Кто остался? Тези, кто со всего останали. А вечером? А вечерта? Никого не брали. Никого не совзимали. Но до вечера остались люди. Но до вечерта се останали хората. Потому что им, потому что они нуждались. Понеже се нуждали. Им нужны были финансы. Трябваха им финанси. Остались те, кто почти потерял надежду. Останали са тези, които почти изгубиха надеждата. Вы знаете, что Иисус приходит в нашу жизнь тогда? Знаете ли, че Иисус идва в нашия живот тогава? Где уже нет надежды. Когато няма никаква надежда. Вот в эту жизнь он приходит. В този живот идва. У Бога другой характер. Бог има друг характер. Аминь. Аминь. Человеческая натура, она такая дай, дай, дай. Человеческая натура дай, дай, дай. Успешные люди в мире какие считаются? Успешните хора в света какви се смятат? У которых финансы хорошие. Тези, които имат добри финанси. Семья. Семейство. У которых все как кажется хорошая машина, хороший дом. Които всичко изглежда добре, добра кола, добър живот. Знаете, в глазах, добра къща. В глазах Бога успешные люди. А знаете ли, как ви са успешните хора в очите на Бог? Которые уповают на Господа. Тези, които уповават на Господа. Аминь. Аминь. Потому что Бог милостив. Понеже Бог и милостив. Знаете, я хочу сейчас обратиться к людям. Сега искам да се обърна към хората, которые, может быть, потеряли надежду, които може би са изгубили надеждата. И вам кажется, что ваша ситуация, она безвыходная. И вие мислите, че вашата ситуация е без изход. Может быть, какой-то телезритель. Може би някой телезрител. Сейчас сидит и смотрит нас. Сега стои и гледа. И вам кажется, что вы сейчас в положении вот этих людей. И вие мислите, че вие сте на мястото на тези хората. У вас нет сил. Нямате сили. Нет финансов. Нямате финанси. И вам кажется, что у вас сейчас безвыходное положение. И сега мислите, че имате безисходная ситуация. Но Иисус приходит. Но Иисус идва. Тогда. Точно тогава. Когда вам кажется, что уже никто вам не поможет. Когато мислите, че никой няма да може да ви помогне. Мы здесь сидим все, мы все прошли эту ситуацию. Только всички сме минали тази ситуация. Вы знаете, я сидела, мне казалось, что жизнь моя закончилась. Аз стоях и си мислях, че мой живот и приключил. Мне было 19 лет. Бях на 19 години. И я подумала, я допустила такие ошибки. Я спомислях, допуснах такива грешки. Мне не могли помочь родители, друзья. Не можах да ми помогнат моите родители, приятели. Никому мне было сказать о Боге. Никой нямаше да ми каже за Бог. Но мне кто-то подарил такую открытку, где Иисус сидит на горе. Но някой ми подари картичка. Картичка, където Иисус стои върху планината. И я подумала. Я спомислих. У меня осталась одна надежда. Остана ми една надежда. Обратиться к Богу. Да се обърна към Бог. Меня никто не учил молиться. Никой не ме е учил да се моля. Я села на колени. Аз седнах на коленете си. Посмотрела на эту картинку. Погледнах това изображение. И сказала: Бог, если ты есть. И казах: Бог, ако ти има. Где ты сейчас находишься? Къде се намираш? Пожалуйста, приди и помоги мне. Моля, ела и помогни ми. Знаете, я сейчас хочу предложить молитву
тем, кто потерял надежду. Искам да предложим молитва сега на тези, които са изгубили надеждата. Давайте помолимся. Да се помолим. Я поведу вас в молитве. Аз ще ви водя в молитвата. Я хочу сказать, что чем более стесненные обстоятельства, искам да кажа, че колкото тесни са обстоятелствата, тем больше проявляется в них Бог. Толкова повече се проявява Бог в тях. Давайте мы помолимся. Да се помолим. Дорогой Отец Небесный. Драги Отец Небесный. Я обращаюсь к Тебе. Аз се обръщам към Теб. Я говорю, что в моей ситуации. Аз казвам, че в моята ситуация никто мне не может помочь. Никой не може да ми помогне. Но я обращаюсь к Тебе. Но аз се обръщам към Теб. Как своему Отцу Небесному. Като към своя Небесен Отец. Я говорю, что я смиряюсь перед Тобой, Бог. Аз казвам, че се смирявам пред Теб, Боже. Я доверяю Тебе. Аз Ти се доверявам. И я прошу, приди в мою жизнь. И аз моля, ела в моя живот. Я признаю себя грешником. Аз се признавам като грешник. И я прошу, приди в мою жизнь Духом Святым. И аз моля, ела в моя живот со Святия Дух. И наведи в ней порядок. И управи всичко. И выведи меня из любой безвыходной ситуации. И изведи меня от всякаква безисходна ситуация. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Молите се в името на Иисус Христос. Господа моего. На мой Господ. Аминь. Аминь. И верьте, что Иисус Христос. И вярвайте, че Иисус Христос. Он выведет из любой ситуации. Той ще ви изведе от всякаква ситуация. И я еще раз повторю. И още веднъж ще повторя. Что чем более стесненные обстоятельства вашей жизни. Че колкото по-тесни са обстоятелствата във вашия живот. Тем больше проявляется Бог. Толкова повече се проявява Бог. Потому что когда у нас все хорошо. Понеже когато всичко при нас е добре. Бежит вперед наша плоть. Бяга напред нашата плот. Знаете, часто мы верующие становимся, относимся к первой категории людей. Често ние вярващите се отнасяме към първата категория хора. Бог дал нам все. Бог ни е дал всичко. Нам все мало. Все ни е мало, малко. У этого больше. Този има повече. Почему я должен делать? Защо аз трябва да правя? Делает. Този да направи. Знаете, у нас есть всегда выбор. Знаете ли, ние винаги имаме избор. Или сидеть с обидами. Или да стоим с обиди. Завистью. Завист. С ревностью. С ревност. Или нам мы можем выйти из этого. Или да излезем от това. Очень часто, знаете, когда приходят какие-то вот такие ситуации несправедливости, как нам кажется, в нашу жизнь. Често, когато идват някакви ситуации, както ни се струва несправедливости в нашия живот. Нам нужно спросить у Господа. Не трябва да попитаме Господ. Боже, что ты хочешь от меня? Боже, какво искаш от меня? Увидеть позицию Бога. Да видим позицията на Бога. Знаете, сейчас христианство стало такое, когда мало говорят вообще о смирении. Сега християнството е станало такова, че много малко говорят за смирението. Ведь смирение это добродетель. Понеже смирението е добродетел. Ну как-то мы вот больше о достижениях стали, да, победах говорить. Но ние все повече говорим за достижения, за победите. Это тоже правильно. Това също е правилно. Но Бог допускает определенные ситуации. Но Бог допуска определени ситуации. Чтобы мы смирялись. Че да се смиряваме. Знаете, я наблюдала часто в семьях. А често съм наблюдавала в семействата, что некоторые родители. Че някои родители. Одним детям помогают больше, а другим меньше. На едните деца помагат повече, на другите по-малко. И знаете, а позиция родителей такова. И тази позиция на родителите е. Этот сильный, практичный, он сам справится. Че този силен, практичен, сам ще се справи. А вот этому нужно помочь. А на този му трябва помощ. И знаете, вот первому иногда обидно бывает. И на първия понякога му е обидно. Но действительно, кому меньше помогают, тот большего достигает. Но на този, който му помагат по-малко, повече достига. Вы встречали в жизни такие ситуации? Дали сте срещали такива да? Ситуации в живота си? Знаете, мы рукополагали двух пастырей. Ние сме рукополагали двама пастори. Одному мы кроме благословения вообще ничего не дали. На единия, освен благословение, нищо не сме дали. Ну, пару раз на домашку его приходили. Няколко пъти сме идвали в домашната му група. Ну и несколько раз проповедовали. Няколко пъти сме проповядвали. Когда он начинал отдельно, самостоятельно церковь. Когато е започвал самостоятелно църквата. Второму дали, передали людей. На втория сме дали хората. Здание церкви. Зданието на църквата. Ну, помогали. Помагали сме. Първи год финансировали. Първата година сме финансирали.
Вот вы знаете, когда каждый раз, когда у нас что-то новый этап в жизни, например, приобретение здания. И знаете ли, всякий път, когато имаме нов етап в живота, например, купуването на зданието, тот, которому мы ничего не давали. Този, на който нищо не сме дали. Он всегда с готовностью. Той винаги е с готовност. Минимальный конвертик это 1000 евро. Минимално пликче е 1000 евро. Мы тоже мы говорим, мы сейчас едем на миссию в Турцию. Ние казваме сега отиваме на мисията в Турция. Он говорит, когда надо, мы благословим деньгами. Той казва, когато трябва, ние ще благословим с парите. Другой, которым привык, что мы помогаем. Другия, който е свикнал, че му помагаме. Так и привык, что помогаем. Така е свикнал, че помагаме. И знаете, некоторые вещи с точки зрения человеческой кажутся несправедливыми. И знаете ли, някои неща от човешка гледна точка се изглеждат като несправедливи? Но Бог смотрит совсем по-другому. Но Бог гледа совсем по-различно. Посмотри сегодня на свою жизнь. Погледни днеска твоя живот. Ты больше даешь? Дали повече даваш? Или ты больше ждешь? Или повече чакаш? Ты больше даешь? Дали повече даваш? Или ты больше ждешь? Или повече чакаш? Потому что чем больше ты даешь? Понеже колкото повече даваш? У тебя только один динарий. Имаш само един пенес. Аминь. Аминь. Ну, вы думали, я сейчас скажу, больше даешь, больше получишь. Мислихте си, че аз ти кажа, повече даваш, повече получаваш? Нет, у нас есть один динарий. Имаме само една монета. Знаете, это что? Знаете ли какво е? Это спасение. Това е спасението. Вот эту притчу Иисус начал говорить своим ученикам. Тази притча Иисус е започнал да казва на своите ученици. После определенного диалога с учениками. След определен диалог со своите ученици. Если мы посмотрим предыдущую главу, это 19 глава. Ако погледнем предната глава е 19-та. Знаете, что там произошло? Знаете ли какво се е случило там? Ученики сопровождают Иисуса. Учениците са сопроводили Иисус. Иисус встречает, ему на пути попадается богатый человек, молодой. Иисус среща по пътя богат млад човек. Этот богатый человек спрашивает, что мне делать, чтобы спастись. И този богат човек пита, какво да направя, за да се спаси. Потому что с детства я все исполняю. Понеже от детството всичко изпълнявам. Но он из первой категории, из категории сильных. Той от първата категория, от силната категория. А Иисус говорит, ну, продай все имение твое, раздай нищим и следуй за мной. А Иисус му е казал, ми продай всичко, което имаш и следуй мен. Помните, да, эту историю? Сещате, ну, естественно, молодой история, человек, он опечалился. И, естественно, този млад човек му стана тъжно. И ученики забеспокоились. И учениците започнаха да се беспокоят. Давайте мы прочитаем 19 глава с 25 стиха. Да прочитаем 19 глава от 25 стих. С 25 по 30, да. По 30. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали... Так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобою. Ой, сорвалось. И последовали за тобою. Что же будет нам? Вопрос, да, такой. Мы последовали за тобой, что же будет нам? Мы задаем часто такой вопрос. Често ли задаем този вопрос? А Господь, мы для тебя делаем то-то, то-то, то-то. А Господь, что за ты правим това, това, това? Будет нам? А какво ние ще имаме? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покобытии, когда сядет, Сын человеческий, на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Аминь. Аминь. Неужели мало нам, да, христианам, что Бог нам дает жизнь
вечную. Малку ли за нас, христианите, че Бог не дава вечен живот? Знаете, мы, ну, мы получили такой призыв, да, ехать в Анталию, начинать там миссионерское движение. Мы получили призыв, да, започваме миссионерское служение в Анталии. Служить в Турции. Да, служим в Турции. Я говорю, Господи, самый неподходящий момент. Я сказываю, Господи, наинеподходящий момент. У нас работа прям вот на пике хорошем сейчас. Сега работата е на върха. Хочешь, езжай в Бургас, там полный график. Искаш, отиваш в Бургас, там е пълен график. Хоть в Варне, полный график. Во Варна, пълен график. Нас зовут в Софию работать. Викат ни в София да работим. В Сливен. В Сливен. Ну, хоть куда. Навсякъде. По-человечески, да? По-човешки ты можно мерки. Сказать, ну Господь, ну куда нам ехать? Можем докажем. Здесь все так хорошо. Господь, и мы когда это утилами, толково добрая сичку. Внучка такая хорошая. Внучка да толково добрая. Раз неделю не было, она уже соскучилась. Седмица не нямаше, и тя вече не липсвала. А Бог вот так вот проверяет нас. А Бог така не проверява. К чему мы? За что мы держимся за вообще, дорогие? За какво се държим? За материальные ценности. Дали се държим за материалните ценности? Или для нас важно единственное, что Бог дал, вот этот вот динарий, или вот за нас не вот важно договор, какой-то Бог не дал тази монета, о том, что жизнь вечная нас договор, ждет впереди. Че не чака вечен живот. Давайте не будем спорить, кто сделал больше, кто меньше. Предлагам да не спорим, кое направил повече, кое помалку. Знаете, если мы посмотрим на апостолов, ако погледнем апостолите, в человеческих глазах и жизнь была абсолютно неуспешная. В человеческие очи техния живот и был абсолютно неуспешен. Да? Скажите. Нали? Ну чем они, как они закончили? Как са приключили? Смертью они закончили. Со смерта? Не накопили ничего. Нямаха никакви накопления. Единственный апостол Иоанн в тюрьме. Единственный апостол Иоанн в затвора. Но они жили мечтою о том, что встретиться с Иисусом на небесах. Но те соживели с мечта, че ще срещнат Иисус на небесата. И знаете, я живу обетованием, что спасется дом, спасусь я и спасется весь мой дом. Я живею с обетованието, че ще се спася аз и ще се спаси целия ми дом. То есть Бог всегда дает больше. То есть Бог винаги дава повече. И знаете, я вам предлагаю всегда, когда мы испытываем трудности, чувство несправедливости приходит. Я сви предлагам, когато испитваме това чувство на несправедливост, смотреть на крест. Да гледаме кръста. Смотреть на то, сколько несправедливости досталось пережить Иисусу. Да гледаме колко несправедливости преживял Иисус. Согласны? Согласны ли сте? Давайте мы сейчас спасибо. Давайте мы попросим прославителей наших. Мы сейчас помолимся. Знаете, я хочу помолиться. Может быть, действительно у кого-то еще осталось чувство, что Бог был несправедлив или какие-то люди несправедливо к вам отнеслись или поступили с вами. Давайте мы это сегодня оставим на кресте. Будем двигаться. Если несправедливо поступили, аллилуйя! Слава Богу! У нас есть возможность смиряться. У нас есть возможность сегодня расти, еще больше доверять Богу, еще больше приближаться к Нему, еще больше благодарить Его за жизнь, которую Он нам дал. Аллилуйя. Давайте склоним наши сердца, давайте мы встанем, мы помолимся, потом прославим нашего Господа. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за это время, что мы сегодня выбрались сюда, Боже Господь. Знаете, когда я уверовала, я бежала в церковь. А потом, когда все наладилось, ну, вроде бы уже и бежать, можно не бежать, да? Пусть мы всегда бежим в церковь. Пусть мы всегда бежим к Иисусу. Несмотря на несправедливость, несмотря на обиды, несмотря на то, что когда у нас благосостояние просто будет зашкаливать,
чтобы мы приходили сюда поделиться нашей болью, нашими проблемами, нашей радостью, нашими успехами, всем, чем мы переживаем. Жизнь – это такая штука, что есть победы, есть падения, есть взлеты, есть подъемы тяжелые, когда нужно напрячься и идти, когда тебе кажется: «Боже, я так устал, но я буду идти за Тобой», когда кажется, что руки опустились, мы будем взирать на крест. Иисус, Ты пережил такую боль, Ты взял на Себя боль всего мира, всего человечества за многие тысячелетия. Ни один человек бы не выдержал этой боли. Боже, мы приходим к Тебе в смирении. И прямо сейчас мы отдаем, если у кого-то есть из нас чувство обиды, чувство несправедливости, если к нам кто-то отнесся, может быть, родители кого-то больше баловали, кого-то меньше баловали, и нам казалось, но Ты, Бог, наблюдал над этим, и, может быть, Ты говоришь: я допустила это для того, чтобы Ты стал более сильным, более крепким. И знаете, кто-то, может быть, работал в начале дня, и говоришь: это несправедливо, что кто-то получает больше. Но Бог тебя поставил, потому что Он дал тебе больше силы, Он дал тебе больше крепости, Он вложил в тебя изначально больше, и Он ожидает от тебя. Пусть сегодня будет время перезагрузки. Написано: оставляя прошлое, устремляйтесь вперед. Мы оставляем в прошлом боль, разочарование, тревогу. Мы все это оставляем в прошлом. Мы устремляемся вперед с надеждой. Аминь. У нас есть надежда, с верою, с радостью. Мы бежим к Тебе, Иисус, и мы говорим: все лучшее у нас еще только впереди. Аминь. Все лучшее у нас только впереди, Боже. Мы приходим к Тебе, мы обновляемся для того, чтобы выходить в мир и дарить там Твою любовь, Твою совершенную радость людям. И людей это притягивает. И вы знаете, может быть, вам кажется иногда: ну что, вокруг меня люди, люди, люди. Да потому что помазано здесь, да потому что Ты благоухаешь. Скажи: я хочу благоухать, Иисус. Я хочу быть Твоим благоуханием в этом мире. Пусть, Господи, это благоухание распространяется через нас, через каждого, который здесь сейчас находится. Во имя Иисуса Христа пусть это благоухание просто приходит через тех, кто нас смотрит, через зрителей. Во имя Иисуса Христа пусть приходит это благоухание. И мы будем еще поклоняться Тебе.